две полосочки. У меня две полосочки. Видите, тест не фурычит. Бабыл же не может быть беременна. А что ты радуешься? Ты знаешь, что ты можешь. Я пойду еще сделаю. Только сначала попью. Мы готовы. Задавайте вопросы. Но мы еще не готовы. Вопросы надо составить. Вы пока погуляйте полчаса, а мы с коротконогим придумаем эти вопросы. Паспорту! Да. Давай, принеси мне ручку и блокнот. Конечно. Старец, фура. Че надо? Нужно срочно решить, что мы будем дарить Виктор Петрович. Времени совсем не остается. А что-то решать? Вариант всего два. Либо лимузин, либо яхту. Значит так, предлагаю, как обычно, скинуться по 500 рублей, потом решать. Нужен особенный подарок. Че, по 600? Скажи всем, как все было! Хорошо, хорошо. Да давай, давай! Костин, он давно ко мне начал подкатывать. Я просто не говорила, чтобы вас не ссорить. Ты что несешь, да? Мартынов, ты вообще что ли охренел? Света, это она залезла ко мне в ванну, потом стала тереться своими... Да там и тереться-то не о чем! Слава! Да, Танюш. Я желаю вам счастья. Получай, сволочь! Моя девочка.